Швейцарский Давос, Международный экономический форум, съехались 2500 политиков и предпринимателей со всего мира. Впервые за 5 лет участники не стали говорить о кризисе. Ведущие инвесторы оценили перспективы развития мировой экономики и настроены на оптимистический лад. Все прогнозы указывают на то, что все-таки в ближайшие годы мы будем свидетелями восстановления экономики после глубокого финансового кризиса. И инвесторы, в принципе, считают, что после целого ряда лет нестабильности и неуверенности наступает все-таки эпоха, когда можно инвестировать в будущее развитие экономики. Я думаю, что России очень важно попасть вот в список этих стран, которые находятся в числе приоритетных для инвесторов, с тем, чтобы получить свою долю мировых инвестиций.